как сидишь, пьешь чаек и смотришь на окольный вал Великого Новгорода. Крутяк. Пацанчик чешет куда-то. На хабаре живем, ребята. Вот человек на рыбалку съездил, бедолага, выберешься ты сегодня оттуда или нет? Интересно. Давай, мужик, мы в тебя верим, давай. Рыбы наловил, наверное, много, видишь, перевешивает как. Ну давай, 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 спасайся. Давай через забор. Молодец, красава, все, дошел, умничка. Всем привет, уважаемые другие подруги и любители Новгородской области. Значит, сегодня у нас телепередача «Рука Кремля», Великий Новгород. За моей спиной находится Кремль, миллиард достопримечательностей, хорошего музейного стафа и всего остального. На улице очень холодно, минус 18, но я надеюсь, что какой-нибудь музейчик мы посетим. Кремль. Какая красотища! Нормально. Так, человек бежит за рукой Кремля. У нас выход из Кремля. Так, пойдемте за группкой. Они там что-то знают. Точно что-то знают. Мы можем даже подслушать. Так, сейчас подмажемся, ребята. И малые колокола погрузили на баржу и вывезли, как оказалось, в Кирилло-Белорецкий монастырь. Об этом узнали только в 80-х годах, случайно. Не показывает руку Кремля. Погрузили на базу, попал снаряд, и вы видите праздничный колокол, его масса 25 тонн. И здесь колокол, это вот этот самый маленький данный колокол 16, а возможно и 15 век, 5 тонн. Братья Леонтьевы отливали этот колокол, всего две работы их сохранилось. Один на колокольне Иван Великий, другой перед вами. Он всю войну и вплоть до 2002 года висел на Никольской колокольне, на Ярославом дворище, около Никольского собора. И по нему даже стреляли немцы, если вы с правой стороны подойдете, то, может, увидит следы от пуль. А, есть, да, есть. Он один след от пуль. Правда, красотища, просто красотища, ребята. Здесь вы видите найдены палаты 14 века времен Василия Калики. В дальнейшем собираются показать, так что приедете в другой раз, может быть, уже будет готова экспозиция. Здесь, пожалуйста, это раскоп, что ли? Это раскоп. Это раскопали палаты и закрыли специально, чтобы для дальнейшей модификации. Да. Здесь вы видите палаты 15 века. Это самая первая светская постройка Руси. Вплоть до Петровских времен. Это еще и первое правительственное здание Руси, потому как в верхних этажах заседал совет господ от Новгородского управления. В нижнем этаже, на втором, там был питейный погреб, там проходили торжественные пиры, предполагая, что там проходил кровавый пир Ивана Грозного. Ну а самый нижний этаж – это хранение, это припасы, это тюрьма. В настоящий момент здесь находятся реставрационные мастерские. В Новгороде при раскопах обнаружено большое количество фресковой росписи, и здесь ее восстанавливают и возвращают либо на стены, либо на специальные щиты. Сейчас мы с вами подойдем к месту, где находится еще одна мастерская монументальной живописи, и она даже открыта для показа, то есть можно прийти и посмотреть, как работали реставраторы. Пойдемте. Пойдемте. Вам очень интересно, на самом деле. Что? Рука Кремля где? Не знаю. О, какая башенка, а! Красотища. Ребята, цвет медь. Все, что находится в храме, оно должно было обучать верующих. Врата 12 века были изготовлены в Магдебурге. Привезены в Новгород то ли в 14, то ли в 15 веке. Давайте начнем с левой створки. Верхнее клеймо большое. Спаситель и апостолы. Справа Спаситель в силах, вы видите, символы евангелистов окружают Спасителя. Ну а дальше начинается вся библейская история. Второй ряд. Слева, посмотрите, пожалуйста, Архангел Гавриил, Дева Мария, на нее сходит голубь. Видели? Благовещение.
рядышком клеймо. Дева Мария лежит за спиной Иосифа обручник, а в уголочке, посмотрите, там в яслях Богомладенницы даже можно увидеть овечку. Видите овечку? Рождество. Ага. Третий ярус. Поклонение волхвов. Волхвы пришли с дарами, Богородица их встречает. Ниже, Сретенье, Богомладенца привезли Семену, привели Семену Богоприимцу. Рядышком посмотрите на эти звериные маски. Символ ада и спасти торчат грешники. И даже можете прочитать, написано «Ад пожирает грешных». Видите? Ага. Да. Ну а теперь давайте пока уйдем на правую створку. Второй ряд. Вход Господень в Иерусалим. Видите, на ослике входит? Его встречают отроки. Охренеть. А справа, соответственно, дальше Спаситель в темнице. Еще ниже бичевание Христа. Под ручкой распятие. Дальше мироносец у гроба. И здесь сошествие в ад. Ну а теперь давайте в Ветхий Завет уйдем. Вот самый нижний ряд с левой стороны. Смотрите, Адам, Ева, дерево, вокруг дерева обвился змей. Ну а рядышком еще более редкое клеймо. Посмотрите, Бог вытаскивает Еву откуда? Из ребра. Как положено, из ребра. Это очень редко, где можно увидеть. А главное, посмотрите на ангелочков, которые с небес свесились, не с головами. Явно, с удивлением, не с инструментами. Вот там клещи, весы. Здесь тоже какие-то клещи есть. Видите? Это два мастера, которые сделали эти врата. И они все подписали. На латыни здесь написано «Реквин меня сделал». А здесь написано «Вайсман меня сделал». Вот эти два мастера, Реквин и Вайсман, создали эти врата. И мы упоминаем этих ремесленников. Это часозвоня. Часозвоня 15 века, она рухнула в 17 веке, поэтому к моменту раскопок здесь был просто холм, поросший травой, его раскопали и обнаружили постройки самого разного назначения. А теперь мы с вами пройдем чуть дальше и увидим уже часозвоню, которую построили в 17 веке, вместо той, которая рухнула здесь. Теперь сама часозвоня. Часозвладыка, потом становится патриархом, а дальше близко. Ну а дальше было барочное завершение. После Великой Отечественной войны сделали вот такие каменные кокошники, что не очень правильно, потому как таких кокошников никогда не было. А вот чуть правее вы видите здание судного приказа. О. Здесь теперь у нас работа. Спасибо большое. Хорошо. Так и не удалось выяснить, где рука Кремля. Попытка номер два. Музейные дела. Надеюсь, он открыт. При входе Хабаров попер. Вот такая красота. Вот оно. Интересности. Ребята, все. Вот оно наше все. Военщина. Ничего себе. Какой сохран, да? Новый в масле.
Феодосия. Явно за трофеи. Вот они, ютуберы, тиктокеры, Великой Отечественной.
Окопное творчество, да? Окопное творчество. Снега много, да? Коммунальщики не справляются. Или справляются? Да, наверное. Ну, того. Тик-токер, да. Новгород приехали. Фотографируйте. Сейчас в музейчик пойдем. Дворник. У нас самый лучший подъезд, который я видел вообще за свою жизнь. Блин, охренеть, сколько снега-то. За угол дома выходишь, а тут церквуха века 13-го, наверное, 12-го. Круто на Хабаре жить. Только копать нельзя. Обожаю Новгород. Дом образцового содержания. Это самый крутой дом, который я видел. Падики здесь мега чистые. Какие отчаянные парни.
Это самый чистый падик, который я видел в своей жизни. Ни одной мусоритки. Ни одной. Вскрытие замков медвежата. Уровень маркетинга «Новгородский бог». С отсылочкой на уголовщину. Стараются парни. Я нашел это место, пацаны. Все, оно здесь.